То есть у нас сейчас идет чего? Эта штука у тебя переносная коптильня, да? Да, переносная коптильня. То есть коптильная с переносная. Купленная в Леруа Мерлен. Ну пусть в Мерлен это куплено, да? За 350 рублей, да? За 350 рублей. Что, серьезно, что ли? Серьезно. Хуя себе. Ну, в общем, Мерлен у нас куплено за 350 рублей. Вот, и штука в чем? Смотри, какая история. То есть, если мы, она переносная, то есть ее можно и на реку принести. Да куда? То есть мы с тобой поехали как будто на рыбалку. А-а-а. Понятно, что взяли с собой мангал, а хули нет-то. Хули килограмм, наверное, 250 весит взяли на багажник, блядь. То есть мы купили в Мерлен, блядь, за 350 рублей коптильню. Да. Купили там же опилок коптящих. Да, вот они, опилочки у нас. У нас здесь ольха и яблочко. В общем, в Мерлен мы купили коптильню, взяли с собой эти, как их зовут. Заодно и посмотрим, что такое за коптильня за 350 рублей. То есть теоретически, как будто мы с тобой сейчас на рыбалке, почему это вот она. Да, мы, значит, два старых браконьера, приехали, значит, на тетрух, взяли с собой на всякий случай мангал, коптильню. Так, это можно. Это ставь, это пригодится, а сегодня под мусор, да. 350 рублей. Я считаю, что для коптильни это очень неплохо. Ну, да? Ну не, за 350 рублей сейчас ничего не купишь, блядь. Сейчас даже снизить ничего нельзя за 350 рублей. Ого, пожалуйста. Поэтому возьмем так, братцы, как будто мы с Шуриком пошли бреднем ебануть, значит, свежачка. Вчера еще, вчера, обращаю внимание, мы это сделали, да, засолили рыбку. Нет. На ночь. Пиздец, блядь. Ну как-то вчера. Если мы на рыбалку пошли с тобой сегодня, мы взяли с собой мангал. А, сегодня. Мы пошли на тетру вечер, да, потому что все браконьеры все делают ночью. Ну да, да. То да. есть мы взяли мангал с собой, притащили в тетруху, провели бредишком, наловили. Как его называется? Судак или что-то? Нет. Официально. В реале? Нет, в реале. Скумбрия? Наловили скумбрии. Ну, бредишком прошли. Сколько у нас там скумбрии-то? Три штучки я поймали все. Да, и мы вот, блядь, неудачно так завели. Всего у нас три штучки скумбрии попалось в тетрухе. Тетруха впадает в Волгу или в Каспийское море, какая разница, да? То есть, и вся эта хуйня заключается в том, что мы сюда насыпаем вот этих опилок. Да, вот эти опилки прям насыпаем. Поэтому, значит, мы на берегу, как будто бы с лампочкой, на берегу, да, на берегу тетруха. Генератор. Да, генератор у нас беззвучный. Тоже в Мерлен куплен за 150 рублей. Кстати, у вас здесь есть это, да? Че? Мерлен. Это что, с ума сошло? В Бутерлино Мерлен. Не, поблизости. У нас почта работает два раза в неделю. Мерлен. Что дает? Сейчас. Так. Ну, значит, нам наколоть для Мерлена этой хуйни. Так, здесь сыровато дело. Вот, по суше. Так. Бляха-муха. Мерлен, блядь. Чего это такое, блядь? Ёбаные волки. Так, мы как будто пошли в ночное, блядь, бреднем, блядь. Только лед сошел. И мы бредишком ебанули на тетрухе. Да, 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 все понял. Заехали мимоходом в Мерлен, блядь. Или как он? Леруа Мерлен. Леруа Мерлен, да? Блин, я уже сам забыл. Леруа Мерлен, да. Так, отбегайся. Ух ты, о! Хорошо. Так давай эту хуйню свою. А? Попилку. Водичку вот. Давайте. Нет, копилками ты будешь засыпать? Сейчас они воды наберут, там нужно с водой. А ты куда положил? Я их залил. Прям там. Там прям написано, что нужно заливать. Нет, водички вот. Чистенько, да, нужно сейчас рыбку, так сказать. Съездили мы на тетрух, провели бережком, и вот на бережку стоим. С мангальчиком, с электрическим светом. У нас просто на солнечных батареях так хорошо зарядилось. Да, кстати, все-таки в этот раз. Удачно. Посылка же пришла. Удачно все, да? Удачная посылка пришла. Давай, посылка. Вот.
Пока будем сейчас готовить, надо будет чуть подкрепиться. Да. Так. Ну такая вот красота. И все. Так нет. Крышку-то будешь закрывать? Ну конечно. Давай. Сейчас крышку закроем. Крышечки. Да, вот что с рыбой не очень прикольно возиться. Пахнет. Да, вот. Что не докоснись, все. Трубодело. Не, ну фишка, ты же не на автобусе поешь, брат. Ты же как будто на рыбалке. Ну. Вот. Согласен. И вот как раз самый тебе мутный нагонек. О, вот такие дела. Во. Все. Устанавливаем. Все, братцы. Оп. Чик. Чик. Температура чик. Идет. Дядя Вов, вот да. Нам братья-то по-разному передали. Чей такой? А? Ну вот. Армия. Испанская. Когда в армии тоже. В испанской армии тоже есть сухпаёк. Да. Там же все, говорят, у них чуть не столовый прямо в поле. Да, да, да. Чик. Сейчас просто интересно, там же не написано на нашем языке. Будем все сделать, так сказать, на ощупь, на вкус, да. Так, брат, испанский. Что-то яблоками пахнет, яблоками. Ну да, здесь уже, видишь, как распределено прям это. На три приема, я так понимаю, пища. Так, вроде, давай открывать, смотри. Так, чик. Блядь, какая культура-то какая. Кругом одни эти какие, блядь. Салфетки, блядь. Да ёбаный. Не, ну все укомплектовано качественно. Нет. У нас-то ваше время-то были? Ой, блядь, в наше время вообще пиздец все было. В наше время что нашел, то и живешь. Блядь. Вот да. Честное слово тебе говорю, блядь. Это вот хорошо, у меня был друган маленький, блядь. Если бы Сергея Александровича Плеханова не было, я не знаю, что бы мы ели. Мы, короче, приехали только в командировку. Ну, по дороге, понятно, кафе, хуефе, все остальное, по чайку, по хуйку. Ага. Да. Сухой паёк, чё-то, ну, но он не в такой упаковке был, он просто был в картонной упаковке, пиздец, блядь. А, ну да. Были да. Галеты, хуеты, значит, естественно, каша гречневая была, перло, по-моему. С тушёночкой, да? Да. Ну, единственное, что хорошо, заправда, что тушенка была. Была еще такая хуйня греть, таблетки были спиртовые. Ну да, да. Ну давай сейчас посмотрим, а здесь вот есть. Так, ну, судя по всему, по количеству, это значит, наверное, обед. Вот надо разобраться, только у нас с испанским, у тебя как, хуево, как у меня. Так. Погоди, смотрим. Нервин. Батончик какой-то. Батона, да. Багет какой-то. Да. Ну это. Багет. Не, нихуя не багет. Барет. Нет, давай мы все выложим, посмотрим. Ну да, разложи так. Может это ужин, блядь, хуй его знает. Судя по ушам яйца, вот это что-то сухое. Так. Бискотто крекер. Крекер, блядь. Вот так. Ну-ка, ты все-таки в Москве живешь. Крекер, что такое? Крекер, ну типа печенюшки. Я так и понял. Так, если большая кружка, то есть ложка. Или у них сейчас. Давай мы сейчас изучим. Так, значит, у нас идет. А, ну вот комплект, кстати, друзья. Очень удобно сделано. Один прием пищи, один комплект одноразовых приборов. Так не, хуя. Ты думаешь, они дураки, что ли, блядь? Они везде положили. Нет, мы сейчас проверим. Нет, если на обед, ну хуя, чтобы пить чай, что большая ложка, что накладывать? Не, мы пойдем простым логическим путем. Пойдем вместе. Так, это у нас Пальмира, блядь. Пальмира. Сыр как будто бы. Нет. Сейчас откроем. Не, какое жидкое. Не, жидкое. Так, смотрим. Стой, кофе есть. Кофе. И опять вот эта хуйня. Так, это что это такое? Зучера, блядь. Хорошо, не Зучера. Так, Зучера. Так. Братцы, пойдем логикой. О, картина. Пойдем простым логическим путем. Салфеточки, естественно, культура, значит, обалденная. Вычисляем. Хуй. Нет, ложки одинаковые. Так, все одинаково, да? Ложки одинаковые. Не, но все равно где-то обед есть.
Так, эта хуевина опять такая же, как и тут. Бискотто крекер. Ну, что-то опять сухое. Ну, это, скорее всего, нет, эти не путай, печенюшки. Да. Как крекер идет у нас вот эти вот. Так. Судя по консистенции, это или сахар, или соль. Ну, раз есть кофе, значит сахар. Вот, ну, не, ну, логично, пойдем, да? Не, это я согласен, но мелковат, конечно. Сахар? Ну, может, не, блядь. Зухера, ну, сахар, сахар. Соли то... столько много не бывает. Блять, братцы, вот кто понимает в испанском, тортеллини. Блять, а, это... ну, это что-то вкусное. Нет, может, итальянское что-то? Не, откуда ты знаешь испанское? Мне кажется, вот по окончанию итальянское, мне кажется. Мы по количеству банок сейчас вычислим. Мне сестра, короче, его передала. Монтана какая-то. О! Армес. Судя по картинке, это ветчина. Смотри. Моду. Вот все ускори, вот это обед. Почему-то всех больше сложено. Вроде бы сейчас мы все вычислим. Испания, Италия, аж не помню. Ёбаные волки. Вот, блядь, ты. Вот, ну представь, чем кормит. А, Италия. Я же тебе говорю, покончай, да я же по-итальянски, да, блядь. А мне передали так нечего. Твердый четверка по-итальянски, блядь. Ну так читай. Я же тебе. Нет, я потом уже это положено. Тортеллини. О, кофейку напьемся. Да, нет, я сейчас. О, таблетки. Мы все вычли. Так, таблетки, блядь. Это пургенти. Это дристать начнешь, пургенти какие-то хуйня. Энергия, блядь. После еды. Да-да. Расслабиться чуть-чуть. Что-то тут дохуя. Это, наверное, для воды таблетки, мне кажется. Для подзараживания. О! Че, Энервит, ну это какой-то... Скорее всего, энергетик какой-то. Нихуя. Нет. Это снабженец какой-то, блядь. Ну типа, витамины. Хуялчи, да, вот что-то дохуя, смотри, все написано. Так, ну это будем считать, ну вот это таблетки чего? Таблетки мы есть не давай будем. Давай мы на тебе испытаем. Братцы, с Насаньки испытаем, не переживайте, все будет честно, блядь. Мы, в общем, расскажем жене, как он погиб геройский, героически, блядь, испытывает. Да. Не, ну видишь, так, давай сейчас еще третью откроем. Санкционный продукт, можно да, сказать. И все-таки мы, главное, хотя Санька вводил в заблуждение, что это испанский, что в поездке, оказалось, что итальянский, блядь. Ну, то, что я чувствую. Так, вот хуй, вот там, смотри-ка. Хуя. А здесь только ложка, блядь. Опа, вот это они нагрели. Не, не нагрели. Ну, там же не дураки лишние ложки положили. Мы, скорее всего, ужин. Завтрак. Завтрак? Нет, смотри, какая история. Ну, в ужин ты можешь есть и первый, и второй. Тут получается, смотри, что такое у нас. Это сыр. Я думаю, паштет. Думаешь? Ну, чуть-чуть жиденькое. А, ну если жиденькое, значит, то да. Нет, значит, не совсем паштет. Тут, вот смотри. Пальмера. Ну, я просто, что-то мне с сыром почему-то ассоциация пальмера. Знаете, тут везде пальмера написано. Нет, вот тут, видишь, что написано. Тортеллини ал... Рыку какой-то, ну, блядь. Скрывай, короче. Стой, как открывай. Вот смотри, вот здесь три банки. Здесь две банки. Вот сейчас посмотрим, сколько здесь банок. Нихуя. Тут и спички есть халявные. Блядь. Опа. Ёбаные волки. Таблетки опять. Хуй тебе, это что это? А это вот что такое? Это, возможно, может быть какой-нибудь пакет для нагрева или что-то. Или инструкция. Вот, мы вычислим, братцы, зубная щетка и... Все. Вот и... это да! Охуеть. Такого я еще не видел. Вот это на ужин. Галеты получается. Или галеты вот это. Сейчас я скажу. Нет. Ну хуйся, вот это ужин точно. С двумя банками ужин. Это точно обед, потому что, видишь, десерт. Это, видимо. Так, это что такое? Итальяне. О! Видишь, ты двоечник, блядь. Даже флаг. Так у тебя же четверка, конечно. Ты прапорщик, видишь, да? По званию. Тут специально для прапорщика вольный запас написан итальянский флаг. Оливенти, хуеденти, 1,2% грация. Спасибо, что ли, говорят. Да мы и так съедим, нахуй, без грации. Классик что-то, ну-ка после классик. Ла классик и итальяна. Классическая итальянская хуйня какая-то. А-а-а, ветчина. Так, а здесь еще классическая. То есть здесь, значит, десерт, это ветчина, это что-то на первое. Так, таблетки на обед, то ли пурген, чтобы просраться, блядь. То ли наоборот, чтобы не посраться. Это значит у нас обед. Вот, братцы, теперь выкладываю завтрак. Как вычислили завтрак? Пошли простым логическим путем, шли вместе. И смотрите, что у итальянцев на завтрак. Амучи компресси. Ну, хуй с итальянским у нас не очень. Но мы вычислили почему? Потому что вот здесь две зубных щетки. Ебать, сколько их тут щеток-то? Раз, три. Два,
Блять, как это, блять? Одному три щеточки, ребят. Три, вот смотри, посчитай три. Смотри, раз, два, а нахуя их три? Может, а где они еще чистить-то? Ну, после каждого приема, что ли? Ну, это слишком уж. Не, может быть, смотри, ну, три щетки. Ну, там же нет дураков-то, блядь. Не, ну, так, и конечно. Так, им что, деньги некуда делать? Так, кофе. Значит, кофе получается и на ужин, и на обед, и на завтрак. О, а, это ганок. Это очень крутая штука. Это на чем греть? Это есть сухой спирт. В наших сухом пакетах тоже есть. Ну, есть, но они такая, другие. Такая форма. Квадратик там, да? Обычный, металлический. Так, раз. Ёбаный в рот, они ебанулись, что ли? О, спирт сухой. Блять, вот молодцы какие. Так нет, и удобно, видишь, видимо, это вот эта хуйня отложится сюда. Ну, молодцы, молодцы. Фантастика. Нет, теперь конфетки мармеладеньки. Конфетки, братцы. Блин, нет, конфетки, они мягкие какие-то, слушайте. Были когда-то. Ну, были, понятно, да. Опять конфетки. Это какой-то завтрак, барбарис. Слишком сладкий. Не, барбарис, что-то вместе. Ну, барбарис нарисован. Ну да, да. Погоди, ебать, сразу. О, а это что такое? Космическая еда? Под воду. Летте ин торб. Короче, рис тофра. Ну-ка так глянем. Я первый раз в жизни такой. У нас кое-что такое хуйни. Очень интересно. Так вот, ё-моё. Блять, ну это что-то для воды, вон, смотри. Погоди. Может, это, блин, вот, может, я понял, нет, может быть это. Ну, знаешь, как мы сделаем? Вот. Друзья, кто знает, что это такое, пишите в комментарии, потому что я думаю, что мы сейчас, конечно, чисто методом тыка попытаемся определить, что это такое. Ну, блин, это очень... На сгущенку похоже. Серьезно? Да, вареную. Сейчас я попробую, можешь в интернете, в биауде интернет. Да не ссы, на попробуй, ты все, хули ты. Ну на палец, блядь. Ну, ну вот так палец после так побольше уберется, под рищи вместе. Не, похоже на, по вкусу на сгущенку. Да, блядь, ты что, мне не веришь, что ли? Ну еще давай попробуй. Угу. Ну? Угу. Сгущенка, ептать. Индустрия. Да, ну точно молоко есть. Это вот индустрия, алиментария, что-то специал, блядь. 100 грамм, короче, эта хуйня весит. Угу. Да, 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 написано вот. Whole milk. Да, сахар. Молоко, сахар. Да, да, да. Сгущенка, короче, прикольно. Ну, короче, братцы, Кучеряева живет. Блин, ну вы зачем они делали такую коробку еще, да? То есть могли бы палочки. Просто... Да, в зубах ковыряться после... После сгущенки в зубах коробки ковыряться. Сиколато. Шоколада. О. Шоколад. Значит, раз, брат, ну что значит культура? Я не хаю, конечно, наши, я и не видел наши. После каждого приема пищи палочка. Раз, о, два, три. Чик. Так, это чего такое? Еще какая-то хуйня, сейчас посмотрим. Это соль, наверное. Все, ускори. Сало. Соль, да. Сало. Так, коробочки убираем, да, чтобы они нам... Так нет, мы их в обратный положим, а что? Ты хочешь сразу все съесть? Не, ну попробовать-то надо. Нет, это понятно. Ну, ну, соль-то мы не будем же есть сейчас. Нет, соль-то нет. Соль можно в одну коробку съесть. Мелочи накидать. Короче, братцы, мелочок. Итальянские военнослужащие живут Кучеряева. Почему? Потому что у них на завтрак, на обед и на ужин кофе с сахаром. Вот берем раз. Да, да, еще со сгущеночкой обращаемся. Погоди, давай. Мы сейчас это. Вот единственное, таблетки что-нибудь такое, блядь. Тут написано Энермикс, блядь. По-английски тут нихуя ничего не написано. Ну вот это что, витамины тут перечисления? Ну перечень такой большущий. Короче, давай пробовать. Смотри. Конфетками все понятно. Конфетки. В общем, леденцы двух, да, видов. Да. Витамины. Одни, значит, лимонные леденцы, другие вишня. Во. Вишня, лимон, чик, шоколад есть, разогреватель есть. Получается 6 штук. А зачем их 6 штук, блядь? Ну смотрим, раз банка, два, это не надо. Две банки, что ли, да? Два блюда всего получается. Так чай-то тоже тебе, кофе-то. А, ну вот, да, кружки это... всякие, да, там чай, кофе. Три штуки на кофе и на три банки.
Тогда значит, какие банки? Ветчину греть не будешь, точно? Точно. Так, а получается... Ну вот. Так, ветчину... Постой, у нас еще есть десерт здесь. Десерт греть не будешь. Ну да, сладко зачем? Так, десерт. Минестроне и тортеллини. Какие названия? Значит, вот это тоже можно греть. Ну посмотрим, вот, у буржуинов дураков нету. Если это положили 6. 6, значит используют 6. Все понятно, что 3 штуки на кофе. Вот мы пошли по логическим путем. 3 штуки на кофе. И 3 штуки, чтобы разогреть. Так, жидкие. Тоже жидкие. Так, здесь 425 миллилитров, 400 грамм. Здесь получается... Такая же херня. Чего же итальянцы на обед кушают, интересно. Так, здесь понятно. Значит, это... А? А это что такое? Это пакеты мусорные. Чтобы обратно все убрать. И фантастика, раз. А? Чем? Три штучки. Уроды. У нас обычно кидают на землю. Да, я не говорю, что мы бескультурные, но... Вот это подход. Короче, братцы, культура, прежде всего, забота, так сказать, о ближнем. Это, видимо, я так понимаю, все скорее галеты. Не-не-не, давай, это, вот, скорее всего, какие-то батончики. Давай одну штуку скроем. Да, мне, да, мне да, интересно. Конечно. Держи, ты раскроешь. Бери, не бойся, пальцы не будут пилить. Так, это чего-то такое фруктовое? А, ну да, какие-то батончики такие фруктовые. Ну, может, они итальянцы, может, они просто любят. Фрукты. Не, ну вообще они зачастую батончики всякие энергетические всякие складывают. Это фруктовый что-то. Банановое что ли? Банановое с чем-то еще не было. Не пастила, как это называется. Ну такая вот штука. Не притона, братцы. Фруктовая штуковина какая-то. Ну такая. Так, вот ничёшная, ничёшная. Сытная, я думаю, она, если её съешь там. Так, получается, в обед-то хуй. Нет её. Это только на ужин. В виде десерта, значит. Потому что в обед на десерт у нас идет чего? У нас идет фруктовый... Так, коктейль. Во, написано. Во. Вообще, в обед у них идет первый, я так понял, первый. На десерт идет фруктовый коктейль, а на второй идет... Ветчина. Все понятно. Для того, значит, чтобы разогреть вот эти три баночки, это у нас идет ужин, вот это у нас идет обед. Вот как это переводится, только интересно. Да, давай попробуем. Ты греть хочешь? Ну да, попробуй. А что, как работает? Одну штуку давай. Ну, вот. Давай ножиком отрежем. Она вон, оп, блядь, все красиво. Оторва, блядь. Так, спичечки. Все красиво, вообще сделали. Спичечки. Спички вон какие шикарные. Итальянские. Сейчас. Не наши. Нет, надо, ты вот так подержи, а то. Ветер, да. Блять. О, блять, уроды. С другой стороны. Чиркулку сэкономили, Лека. С одной стороны чиркулка только. Молодцы. Вот так. Экономия, блядь. Смотри, как она у нас разгорается. Ну так же, как и наша. Это сухой спирт, наверное. Ну. Все, заебись. Ну он вроде не вонючий, бывает наш, знаешь, как вонючий. Да? Ну я не знаю. Я как таблетку тоже ставил. Да все, что он разгорится. Ну, да вот поставь эту хуйню сбоку. Он же холодный. Ветер, да. Вот так, да? Ну, конечно, такой мощный таганок. Наш попроще. Не, проще, да нихуя себе наш попросту. Три зубные щетки, блядь, ебать мне. Слушай, ну это классная штука, я краски завтра с утра зуб почищу. Не, ну серьезно, смех-то смехом. Я вот в наших не видел зубные щетки. В наших нету. В наших есть чай, сгущенка тоже есть, я вот видел. Но вот здесь чая нет. Не, в наших есть два вида каши, я помню. Блядь. Каша точно, там есть и гречневая обычно, перловочка какая-нибудь. Да. Рисовая бывает. Тушенка отдельно бывает. Вот я не встречал, встречал только в каком? В казахстанском. Первое блюдо. Щи. Обалденно вообще. Не, ну... Вот украинский, говорит, крутой. Да? Там даже больше есть. Так, все, мы разобрались, молодцы. Так, давайте перевод. Так, а можно, надо, я думаю, открыть, а то еще бахнет. Пизданет, думаешь? Конечно. Что-то мы сейчас так договорились. Блядь, охеренно все. Братцы,
сгущенка в тюбике, как космонавтов, блядь. Нет, я не хаю наши сухпайки. Но очень интересно. Это жижа здесь. Ну так она вкус. Пахнет какими-то бобами. Томатами. Томаты чуть-чуть есть. Ага. Как, на вкус попробовал? Сейчас, погоди. Дай она подогреется. Ну это видно, как первое блюдо идет. Можно сказать. Жидкое. Нет, первое блюдо, мне кажется, вот это. У нас красная банка-то была. Так, ну что, попробуем эти. Что за крекеры? Давай. Ножичек. Сейчас посмотрим, может она это. Давай ножичек, хуй ебать мозги. Блин, какой-то упрямый. Так, все, мы все вычислили. О, слышите? Ну это как у нас. Ну хочется попробовать именно. Давай. Потому что наш-то я помню вкус. Ну вот, как он выглядит, не знаю. Наш слоновато, наш лучше. Наши, они как-то, ну, вкус имеют эти. С этими разобрались. Так, выйдет от ложки. В общем, братцы, по качеству, конечно, скажу, наши не хуже, скажем так. Мне кажется, ну, мы просто привычнее наши. Но единственное, скажем так, сервис на высоте. Есть что-то? О, оно как суп, слушай. Это суп. Натуральный суп, братцы. Это попердеть-то хорошо, блядь. Может, выхлоп лучше будет, блядь, да? И бежать надо бы быстрее, потому что возрется, блядь. Да? Ну, одни бобовые. Мне картошка есть и одни бобовые. Бобовые, потом, значит, эти. Видишь, зеленый перец, морковь. Картошка тоже присутствует, вот и. Значит, это все-таки суп какой-то их, блядь. Ну, ну да, мини холодный, холодный. Все равно давай пробовать, хуй нет. Бобовых дохуя. Прям. Ну а там одни бобовые, там мяса, наверное, нету. Блядь, мне все-таки вот это неинтересно чего. Может быть, все-таки беззараживать воду какая-нибудь хуйня. Это, конечно, да, потому что ничего больше не написано. У нас обычно кидают обеззаражитель. В наших есть однозначно. Нет, понятно, что наших. Так, в общем, кофе у них есть. Кофе на три раза, так, завтрак, обед. Мы... А, шоколад попробовать надо. Блять, а вот это шоколад. Что такое? Шоколад. Ну, шоколад такой. Цвет у них. Шоколадка. Так он, наверное, это безгодовый, наверное, как его? А? Безгодовый? Почему? Ну, блядь, вот я и спрашиваю, свежий или безгодовый? Да, вроде свежий. Ёпрань, откуда? Держи. Да. Угу. Нормально. Ну не беру свежесть, конечно. Не беру. Ну шоколад. Это мультивитамин написано. Очень... На 4, значит, кружки получается. Неплохой такой шоколадик еще. Так, конфеты. Конфеты, смотри, что такое. Я же тебе сказал, вишневый и... Не, это сосалки. Вишневый и лимон. Не... Мягкие. Ну достань. После первого блюда. Ну так, чуть-чуть опустить. Мармелад. Ой, да. Такой густой. Застывший уже, да? Ну, заебись, как чайком-то. Ну, чайком-то, да. Соленость там, не соленость. Соленость все хорошо, надо это, как его. Единственное, чего это, он чисто такой специфический, вот именно итальянский какой-то. Ну, овощной суп. Ну, с меня бы дрищ с него был, блядь, пиздец. Ну, а хули здесь, у меня организм не принимает вот такие жидкие овощные. Ну, на халяву, конечно, я могу. Не, ну он такой, да, легенький. Ну, овощной, ну, понятно. Постный, но дрова колоть после него не будешь. Ну, да. Ну, попердеть-то. Это можно. Ну такой, здесь чего только нет, я даже и кукуруза. Картошка у них? Кукуруза, картошка, горошек. Ну овощной. Овощной музыкальный суп. Да, музыкальный.
Вот смотри, бобы есть, зеленый горошек есть, картошка есть, лук, этот, морковь есть, значит и лук, наверное, есть. Ну, у меня уже тепленько пошла. Не, серьезно? Не, ну неплохо. Бля, ты приезжай почаще. Сейчас Танечка позвонит. Вовочка, чем ужинал? Скажи, сегодня итальянская кухня, бля, Танечка. Ну, кстати, почему нет? Итальянская кухня. Кстати, давай посмотрим, что вот здесь вот. Где? А? Вот здесь понятно, ветчина. Не, вот здесь, вот здесь. Может, это и греть-то не надо. Монтана, блядь. Ёбаные волки. Ну вот написано, Монтана. Я вру, братцы. Здесь ветчина, это на обед. Значит, на второе ветчина, на первое, видимо, какой-то. И вот, может, вот это первое? Слушай, это? Чё? Покажи. Ну покажи содержимое-то. Это рыба какая-то. Понюхай. Рыба пахнет. В масле. Рыба в масле. Обычно делают, знаешь, кого? Тунец. Тунец. Вот я сейчас тоже перескажу. О, тунца, о. Ёбаный волк. Тунца, да? Итальянская. Блин, салфетки странные. Видел такие салфетки, да? Да вкусно. Салфетки очень странные. Нет, за правда же тунец, правда. С маслом маленький переборщик, да вкусно. Не, ну для сохранности, наверное. Чтобы дольше не жалко. Давай. Так, я супешничка. Давай суп доедим. Ничего так. Ну, с маслом, да. Переборщили чуть-чуть? С маслом, да. Не, ну, как бы, когда в армии где-то, да, там, энергии много уходит, там, нет. Там с удовольствием. Нет, а я теперь понял, почему он из бобовых, то калорий много. Бабах? Ну а как же? Думаешь, нет? Не, ну и немало, так здесь уже. Ну не калорий, белка до хуя. Белка, да, силы будет. Сейчас. Алиментарий что-то, блядь, хуянтарий. Но опять Италия что-то написано. А, продукты in Italia. Так. Стабилименты, что-то хуемента, блядь. В общем, стабильный будешь срать будешь стабильно. Ой, блядь, срать будешь стабильно. Да хуй сгорохот, как попрет, блядь. Да маслица бы это все сверху лакирнуть, блядь. В разведку точно нельзя. Представь, в секрете сидишь. Ой, блядь. Ну, в общем, тут все уверенно, срать будешь уверенно. То есть запоров не будет нихуя. Ой, блядь. Братцы, это как раз заебательски. Это паёк диверсанта называется, блядь. Хуй сидишь там где-нибудь в яме-то, блядь. Это ветчина. Все, это на десерт. Вот, я говорю, вот. Это у нас получается, вот это получается у нас. Вот. А, вот так было, да? Первое, второе. Первый у нас суп, потом ветчина с хлебом и вот это, наверное, сладенькое сверху. Да. А вот здесь вот какие-то эти будут, тефтели типа, я так думаю. Так это на ужин. Ну да, тортеллини. Тортеллини, надо посмотреть в Google. Ну хуей Google, скажешь, Google. Так, ну что? Ну тут написано для уверенного, так сказать, выхода. Выход хороший. Выхлоп. Выхлоп, да. Так, ну... А вон тут написано ингредиенты, ёбаный, я уже в итальянском скоро начну понимать. Вот он. А, ну да. 16%. О, так же. Понял? Какая ветчина. Заправдушная. И пахнет. Причем такой у нее, смотри. Как студень? Студень, да, прям конкретно студень. С холодцом такое, блядь, хуйня. Ну как холодец наш, братцы. Ну, там такая солидная. Так, это все выкинешь. Соль. Базилик есть, смотри-ка. Соль. О, базилик. Все приправы. Ну они любят это. Приправки. У нас базилик сроку нигде не найдешь. Ничего
написано. Помидора. О, ну видишь, написано. Полпа ди помидора. Концентрат ди помодоро какой-то, блядь. Олива. Олива. Олива, мне кажется, масло, мне кажется. О, а смотри, а это... Я же тебе сказал десерт. Сладко, да, игрушка. Десерт. Это у нас получается... Это макароны. Я так понимаю, в томатном соусе, блядь. Видишь? Угу. Такие они жирненькие. Хуизно. К макаронам дается... Куда ты ее выгнал? Чего там? А. Тунец-то где? Ушел. К макаронам дается тунец. Ну, масло, хочешь пить борщ или в тунце. Ну, значит, он не испортился. Значит, обед. Овощной суп. Блять, как он называется? Ну, по-нашему, как заливное получается. Вот я сейчас попробую. Вкус прям такой же. Да? Ну, нормально, съедобно. Маленько солоновато. Ну, короче, мясо заливное. Ну. У меня теща делает вот так, между тарелочку и заливное. Значит, второе заливное и фруктовое. Как он называется? Николаш, как это называется? Блять. Ну, сорти, короче. Ну, груш там и так далее. Нет, коктейль. Написано коктейль. Пить. Ну и что, сладкий? Да заебись. Вот как у нас продают эти абрикосы вот в банках. Или этот, как его. Фу, блядь, растет на земле-то. Ананас. Ананас, ага. Ну там ананас есть. Ага. Такая же. Так, с этим разобрались, это галеты. Блядь, вот с этим не разобрались. Компресс ди кружка. То есть на одну кружку, блядь. Ну давай одну штуку откроем, посмотрим. Ты будешь суп-то? Попробую. Нет, мне что-то понравилось, так как горох вот делать. Ну он легенький такой. Ну заливной, я тебе говорю. Ну это надо с чем-то сравнивать. Слушай, ну я скажу так, что очень такое оно плотное. Нет, ну вот это. Поэтому это второе. Это жиденькое, это сверху, видимо. Блять, если фруктами-то хуякнешь, там выход-то будет заебать. Нет, я без шуток, блядь. У меня лично вот выход-то как раз к этому делу. Быстренько, да? А сгущенка получается кофе. Вот так вот, конечно. Причем сгущенки 90 грамм. Это вообще вот так. Невкусно. Можно вот прям с тюбиком везде ходить. С другой стороны, я вообще думаю, почему они фруктовые сделали за хуйню? Запор точно не будет нихуя. А, нет. Тоже верно. Нет. Это хуже, чем наоборот. Лучше обдристаться, чем не разосраться, конечно, я так думаю. Да. Не к столу будет сказано так все. Так, сейчас мы помешаем. Слушай, ну единственное, конечно. Че? Не понимаю их салфетки вообще. Что, не салфетится? Ну попробуй, да. Вот, ну они может. Вот возьми просто, потрогай. Пакет какой-то. Ну, понимаешь, ты предвзят уже относишься. Нет, я думаю, да. Так, пробуем макароны, братцы. Это ужин. Макароны и паста тоже. Неплохо. Я понимаю. Ну, как? Короче, томатная паста с макаронами. Как это у них называется? Ну, вот так и называется. Паста. Тортеллини. Ну, паста есть такое блюдо, да. Ну здесь соуса очень много. Нихуя. Братцы, вот смотри. В общем, получается макароны. Ну. Может это у них национальный вот кругом эти овощи хуячить? Возможно. Страна-то южная. Не, ну паста-то тепленькая. Ихняя же хуня-то. Паста ихняя, конечно. Пицца ихняя тема. Паста. Так вот открытый. Угу. В общем, братцы, кормят ничего, но мне кажется, да, как это, что немцу смерть, что русскому заебись, да? Он и называется итальянский, тут поем. Хлебушек, да? Ну, макароны с сонятой пастой, согласись? Ну да.
Ну, здесь хлеб какой-то другой. Да. Ну, мне он не так понравился. Но с виду он какой-то другой даже. Перепивка же, да? Ну да, здесь он, видишь, обжаренный, как с двух сторон. А здесь он, видишь... Ну, может, вместо белого хлеба хуя. Здесь он вообще целый. Там везде поломанный, блин. А здесь, наверное... Вот он, такой должен быть. Ну это как лепешка какая-то, смотри-ка. Ну да. Мне нравится. Ну, на разок поесть можно. Ну да, да. Ну. Не, ну не больше. Не, потому что продрищится. Вот если каждый день вот этот суп, блядь, обычно ем. У меня вообще такая желудок к этому делу не очень. Не, вот это обалденная штука. Это как наше заливное. Это на второе в обед. Ну что в итоге можно сказать-то, в общем, в принципе так. Заебись, но не наше. Ну не наше, да. Как-то оно все это, да, по вкусам. Ну, здесь нет. Соленковато, а здесь вообще пресно. Они... Гречки не хватает, вот, с тушеночкой, да? Да. Чисто вот по-простому. Нет, опять видишь, макароны и дохуя нахуячили пасты. Соуса, да, то есть опять жидкое. Ну, в принципе, тоже неплохо. Жидкое. Ты понимаешь? У нас-то вот... вообще жидкого, по-моему, нету. Нет, нет, только да. Тушенка, если есть отдельно. Потому что мы привыкли кушать плотненько. Ну... А тут вот, если честно, блядь, на два пука. Ну, не смейся, вот я говорю, вот тут на два пука. Хотя банка большая, написано 400 грамм. 425 миллилитров. Хорошо, три. Полкилограмм почти. Нет, в граммах написано 400, видишь? 25. 400. Ну да, да. Это, миллилитров, ага. Это в миллилитрах, а в граммах 400. Не, ну просто, это значит, получается, тарелка супа. Хорошая. Да. Тарелочка супа такая. Ну, не наш суп. Не наш. Музыкальный. Музыкальный даже. Не то, что гороховый, да? Гороховый наш и то сытнее будет. Там и картошка такая нормальная. Поэтому я тебе скажу... И наваристый он. Да, поэтому я тебе скажу, они нас не победят. Почему? Потому что все побегут в туалет, нахуй, после этого. Не, ну это чисто их не специфическое. Видишь, макароны с томатной пастой, блядь. Датчик свой, наверное. Причем такие макароны крупные какие-то, да? Да. Галушки. Рожки. Ну, я скажу, наш сухпаёк, вот на первое впечатление, наш лучше, но уже оформлен. Угу. Ну да, здесь и коробочка под каждой, и вилочка, и ложечка везде. Сервис здесь, конечно, лучше. И фрукты, ну фрукты я в наших не помню. В наших обычно повидло, по-моему, идет. Да. Но не фрукты. Фруктов нет. Ну, то есть у нас получается практичнее. Ну да, там в пакете в таком мягком да, идет. Да. Идет повидло, разрезал, выдавил. Надкусил и выдавил можно. Ну, можно надкусил. На да. Два раза. И в рот выдавил сразу. Да. А тут вот эту баночку за второй раз только. Один раз открыл, да. Только Моретто только наливай. Невкусно, охуительно, но. Ну блин, ну не солдатский это, да? Банка фруктов. Я почему не солдат. Это по-человечески, сделано по-человечески, да. Но не по-военному. Ну вот да. Я ближе вот так скажу. То есть на этом сухой пайке, я думаю, я понимаю, что все равно рассчитали по калориям, там все равно же не дураки сидят-то в ихнем продслужбе-то, блядь. Ну, видишь, чисто специфически, то есть если вот наш склад, значит, возьмут трофеем склад с итальянскими сухпайками, угу. Блядь, я думаю, дрестать будут все нахуй. Ну просто из-за чисто физиологической, мне кажется, ну не для нас. Потому что, смотри, макароны с томатной пастой, блядь. Так, суп, горох и все хуй поймешь чего. И одни бобовые. Это представляешь, в палатку зайти нахуй ночью? О, где 100 бойцов лежит, да? Пиздец. Там снятые портянки на лице будут просто как фильтр. Там война будет, перекличка, значная. Невальному пизда точно, нахуй. Или в противогазе, или сразу трубку на улицу. А если печка, да? Вот внутренняя, вот если как у нас. А если, если кто рядом с печкой спит, блядь, как уебал. Вместе с печкой кверху, да. Ну, нет, все вкусно, хорошо, но не наше. Поэтому, братцы, если захватите склад с итальянскими сухпайками, то, ну,
ну как сказать, лучше поменяться с американцами на тушенку. Я думаю так. Тушенка у них или с украинскими товарищами на сало, блядь. Оно как-то нам ближе, я скажу. Вот. Подытожим, не наш этот сухпаёк. Да, не наш. По вкусам, конечно, вроде бы все интересно, и название, нет, и красивое оформление. Нет, все интересно. Но единственное, что понравилось, братцы, оформление, в каком плане, ну, все по-человечески сделано, конечно, удобно, красиво и приятно. То есть на каждый прием пищи, у нас же ложку хуяк в сапог, влезал в сапог, да? Ну да. Это я проходил в армии. Плюс этот спирт сухой, он без запаха. Потому что наш обычно сладенький, воняет. Сладенький-кисленький, я помню. Да, кислый такой. Ну, отдельный респект, конечно, за сгущенку, блядь. Это хуетница. Кидай. Я думал, сначала зубная паста, а сгущенка. Ровно 100 грамм. Интересно, блядь. Не, ну, сгущенка это круто. Я вареный, причем сгущенка. Первый раз вообще-то вареный вижу. Просто второй раз. Я это ни разу не вижу. По-моему, где-то двушку он стоит вот этот. Это вот такой сухпаёк 2000? Да, это один из самых... Да, двушка, не буду даже врать. Итальянский сухпаёк стоит... Ну, сгущёнки-то с мясом тут это... на 2000 рублей, блядь. Да. Вот ну, просто будем вот так стоять, из банок обливаться сгущёнкой, говорит, блядь, наши лучше, чем итальянцы. Это там стоит 2, а здесь он стоит 1004. В России. Здесь он как этот продается, знаешь, сувенир какой-то. Ой, блядь, уже заправдушный коптильня. Ебать, мой старый костыли. Первый опыт. Эх, блядь, заебательский опыт. Не, ну пахнет вкусненько. Вот сюда, да. Вот, ага. Чтоб дым сюда шел. Так, открываем, что у нас тут получилось. Ух ты. Блядь. Красота-то какая. Заеби, ну как, коптим нахуй. Где-то хуйня-то вот, сейчас мы ее маленько раскоптим, блядь, чуть-чуть. Чтоб снимать-то тебе. О, блядь. Короче, мурло покупаем за 350 рублей коптильню. За сколько? Да, вот, привез за 350 рублей коптильню. Поймали с дядей Вовой рыбку. Бредишком. На тетрухе. Да, ну что у нас, сколько времени ушло на скумбрии? Ну час, да. В общей сложности с разжиганием, значит, мангала. Для чего это нужно? Чтобы нас, видите, как ее, опилочки эти, стружечка подошла. Да, опилки засыпаем, уже такие сырые, отсыревшие туда. На ночь мы ее посолили. В бредне, да. То есть в самой реке мы ее засолили, потом выловили и уже вот, да, так сказать. Ну, говоришь. Ну что, попробуем просто. Так, приготавливал-то как? Сама засолил, чего там? Ну, засолил и все. То есть остальное коптим. Вот. Ну, короче, пока мы пробовали. Блять, копчик. Блять. Пахнет. Че, реально? Ага. Короче, братцы, кто хочет, я вообще никогда не вру. Оп. Вот, ребята. Да. Немножко солью чуть-чуть переборщил.